DeepCool XFan 120. Корпусный вентилятор без изысков. Устройство поставляется вместе с комплектом винтов и краткой документацией на упаковочном блистере. Это классический семилопастный вентилятор черного цвета диаметром 120 мм для установки в корпус и блок питания. Для подключения к материнской плате или блоку питания предусмотрен кабель с двумя коннекторами – стандартным трехпиновым и четырехпиновым молексом. Для некоторых конфигураций кабель может оказаться слишком коротким, но на этот случай всегда можно воспользоваться удлинителями. При работе вентилятор вращается со скоростью в 1300 оборотов в минуту. Этого вполне достаточно для отвода горячего воздуха в комплексной системе охлаждения. Производитель заявляет низкий уровень шума до 24 дБ, что сравнимо с шепотом, услышанным с расстояния в 1 метр. Обратите внимание, что здесь установлен гидродинамический подшипник. Редкость для вентиляторов этой ценовой категории. Время наработки на отказ у такого устройства будет значительно большим, чем у кулеров на основе подшипника скольжения. В среднем можно ожидать до 80 000 часов работы.